Россия заблокировала в Совете Безопасности решение по украинскому конфликту. Этот шаг разозлил многих и спровоцировал кампанию, возглавляемую группой небольших стран, по ослаблению мощи, которой обладают постоянные члены Совбеза. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу программу. Это история о праве вето Совета Безопасности ООН в двух словах. Пятого февраля США созвали заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения так называемой специальной военной операции России в Украине. Россия вообще не хотела созывать заседание, но 9 членов Совбеза из 15 проголосовали за этот созыв. На этой встрече Соединенные Штаты предложили резолюцию от имени 52 государств-членов ООН о привлечении Москвы к ответственности за то, что они называют российской агрессией против Украины. 11 членов Совбеза ООН проголосовали за резолюцию, трое воздержались. Только один член проголосовал против – Россия. А затем, как постоянный член, Россия воспользовалась своим правом вето, чтобы заблокировать эту меру. Право вето означает, что если какой-либо из постоянных государств-членов проголосует против, находящегося на рассмотрении решения Совета Безопасности ООН, резолюция не может быть одобрена. В состав Совета Безопасности входят 5 постоянных членов, все они имеют право вето в отношении основных мер. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. Эти 5 государств, которые были союзниками во время Второй мировой войны, были избраны постоянными членами Совета Безопасности в 1945 году, полагая, что они защитят мировую безопасность и предотвратят новую мировую войну. Ключевое положение Устава ООН, пункт 3 статьи 27, гласит, что государства-члены, являющиеся сторонниками конфликта, не имеют права в определенных ситуациях применять право вето для блокирования решений в Совбезе. Хотя голосование России было явным нарушением Устава, ни один постоянный член Совета Безопасности не захотел его оспаривать. Эксперты говорят, что это потому, что они хотели оставить открытой возможность наложить вето на любую резолюцию, которой они сами могут быть причастны. Это означает, что запрет статьи 27 на голосование, представляющий конфликт интересов, не имеет никакого значения. Абсолютное право вето, предоставленное каждому из постоянных членов Совбеза, с самого начала было главным препятствием на пути выполнения Всемирной организации своей миссии. Это связано с тем, что Совет Безопасности почти всегда был разделен на соперничающие геополитические блоки, причем член одного блока налагал право вето на многие важные решения. Такая ситуация также создала источник глубокого разочарования среди рядовых членов ООН, которые считают, что использование права вето представляет собой экзистенциальную угрозу основным принципам и целям Организации Объединенных Наций. Критики права вето говорят, что это самый недемократический элемент ООН, являющийся основной причиной бездействия в отношении военных преступлений и преступлений против человечности, поскольку оно эффективно препятствует решениям ООН против постоянных членов и их союзников. Итак, учитывая безоговорочное использование права вето ООН, насколько легитимной силой может быть Совет Безопасности во время конфликта? Есть страны, которые выступают за радикальные изменения порядка работы Совета Безопасности, введя возможность преодоления вето постоянного члена. Этого можно было бы добиться, добавив статью 27 положение, которое позволяло бы подавляющему двойному большинству, представляющему, например, не менее 2/3 стран-членов и 2/3 населения мира, преодолевать вето. Такое предложение, по всей видимости, было бы подавлено правом вето постоянных членов. Но подавляющее большинство государств, вероятно, поддержало бы его. На самом деле, сейчас идеальное время для мировых демократий, чтобы предложить такие изменения. Те, кто утверждает, что выступает за справедливость и демократию, могли бы воспользоваться моментом и продемонстрировать свою решимость создать более справедливую и инклюзивную многостороннюю систему. Постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций несут основное бремя защиты мира во всем мире. Но если они используют свое могущество, чтобы делать то, что им выгодно, остальной мир должен взять ситуацию под свой контроль. Вторая мировая война отгремела уже давно, а мир с тех пор сильно изменился. Даже основные игроки изменились. Прошли годы с тех пор, как государства-члены призвали отменить право вето, чтобы Совет Безопасности мог включать новые постоянные места. Нынешний конфликт в Украине может привести к такому изменению, если сверхдержавы начнут думать о мире, а не о своих интересах. На этом все на сегодня. Спасибо за просмотр.